меня спрашивают, там был случай, 101 спиздил валенки и петуху продал их за косяк сигарет. Ну, во-первых, крыса – это хуже пидораса. Обычно так. И мне никогда не бывает скачуки. Поэтому, а тем более петуху за косяк. Он шел, петуха брал косяк и курил его. Ну, короче, там двойная замазка. Вот. Я знаю, что был случай в Глубоком. Там играли с петухом, выигрывали шмотки и на раскрытую продавали людям, арестантам. Я когда узнал, там это разобрал все и всех петушатню. Потому что раз получится с петухами, им это приемлемо. Шмотки забирать, продавать людям, значит, они сами петухи. Вот как-то так. Ну, а там же не буду обсуждать то, что был круг, такое решение вынесли. Ну, как бы правильно. А если кто-то выносил решение, то это неправильно. Если круг выносил, то я тут обсуждать не буду. А если кто-то так выносил решение, я крысам ни скачух не бывает. Крысы есть крыс. И если попался на этом, все должны знать, что это крыс. Это рано сильно, чтобы петушиный рамп прикрыть. Это очень нечистая хуйня. Очень. Поэтому такие вещи не скрещаются никому.